Владимир Ружицкий принял участие в расширенном заседании Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». На заседании рассмотрели вопросы участия единороссов в помощи жителям Донбасса. В Московской области организовано более 50 пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из первых пунктов был открыт в Люберцах. С начала спецоперации отправлено более 800 тонн гуманитарного груза. Также обсудили работу избирательных штабов и подготовку к предстоящим выборам в местные советы депутатов. В этом году они пройдут в 12 городских округах Подмосковья, в том числе и в Люберцах. Поговорили о реализации проектов по импортозамещению и наметили план мероприятий, приуроченный к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.